Вот такие вот, так называется. Вот. Давайте сильненько и начнем. Пасмерщик чуть-чуть. Вот это экономия в чае. Да-да-да. Ух ты, пахнет классно, кстати. Конечно, не пикник, но есть можно. Тут тоже вафельки есть. Тут не видно, белая начинка. Ничего. Уже ты прошлёшь, я потом. Ну это будет потом уже. Да, Анастасия, да-да-да, это как даешь конфета, наподобие. Давайте попробуем вот такие ништяки. Это тут вареная сгущенка, я так понимаю, посередине. Вот такая. Угу. Зубы, да нет. Хотя бывает. Не сильно может быть. Что за батончики? Батончики вот такие вот. Шокозаврики называются. Это из светофора. Кстати, они все одинаковые. Хоть у них раскраска разная. Я второй попробовал. Одинаково вкус. Я думал, они все разные. Потому что цвет, но... Не, я за раз это не съем. Конечно, не съем за раз. Так. В течение стрима. Марк, это правда, что твоя соседка молоко продает? Конечно, правда. Корова у нее тут за стеной. Да, вот он, самозванец, короче, в чате. Точно. Не, печенье вкусное. Привет, Румель. Сколько максимально просмотров на Ютубе? Сколько было? На одном видосе, да? 100 с чем-то просмотров. Это где я роллы ем первый раз. Спасибо, Виктория. Что ел сегодня? Кашу ел. Это самое вкусное печенье. Ну, не самое вкусное печенье, которое я ел, но вкусное, да. Оно мягкое такое. Вот если вместо сгущенки заправить, например, арахисовой пастой или нутеллой, то оно будет намного вкуснее. Саня, привет. На Твиче нет, не смотрю. Кстати, есть у меня на Твиче аккаунт, подписывайтесь в описании. Там тоже хочу стримить. Вот мне там хоть набрать несколько подписчиков, чтобы не впустую стримить хотя бы. Вот зеленую пробую.
Сколько тебе максимум донатили на стрим? Ты все скушаешь, что ли? Нет, не все. О, Каролина, спасибо тебе. От души. Спасибо за донат. А если вообще, допустим, арахисовую пасту с чем-то сладким есть, то лучше без сахара. Допустим, утром я с этими конфетами. Они очень сладкие. Вот, и помакать в арахисовую пасту, чтобы без сахара. Как настроение, Виктор? Да ничего, нормально. О, еще один претендент, по-моему, да? На вылет, хули. Не, чай без сахара, ты че? Конечно, без сахара. Изначально хотел ассорти конфет купить. Ты ждешь 17 февраля или похрен? Конечно, жду. Но не потому, что выпить, а потому, что на стриме выпить. Чтобы на стриме выпить. Я просто так как бы не пью. Ну, без стрима мне не интересно. А вот на стриме, да, хочется выпить. Почему так много донатят сегодня? Не знаю, Вась. Не знаю. Советский привет. Хорошо тебе живется без работы. Я хочу уйти с найма, но боюсь остаться без денег. Ты живешь на деньги с Ютуба? Нет, советский. Не, мне хорошо живется. Я живу на деньги донатов. На деньги донатеров. У меня такие же дома конфетки. А печенье со вкусом? Или само тесто обычное? А это сгущенка вареная. Не тошнит сидеть целыми днями дома? Это же кукухой можно поехать. Не, Граш, нормально. От души за классные видосы. Каролина, спасибо тебе. Спасибо за донат. Сегодняшний топ-донатер Каролина. Не, не боюсь. Привет, Хади. Не, печенье мягкие, рассыпчатые. Печенье 129, по-моему, стоит. Честно, не помню. Помню, что все эти дела мне вышли на 270, что ли. Угощайтесь. Печенье, конфеты берите. Сколько за день так донатов выходит? За день? А по-разному. Бывает 100 рублей, бывает 0 рублей выйдет. Так это есть бутер, только сладкий. Это же бутер, только сладкий. А если бы не вел стримы, ты бы не пил? Да, я бы не пил бы. Ну как, пил бы, но по праздник, ну где-то в обществе. Один бы я бы не пил. На каких-то мероприятиях бы пил, если бы выходил. На лыжах? Да как люблю, что-то неохота мне в этом году и бегать. Раньше любил. В России удивляются, когда кто-то пьет не алкоголь.
Наверное. Так оно и есть. Хотя чему удивляться? Вроде. Подумаешь, не пьешь чьемба. Каролина, спасибо тебе от души. Привет. Привет, Нана. Для релакса. Потом на аватарку поставлю. Сниму ган вкусной точка или купи луковых колец. Удачного стрима. Спасибо, Юлия. Вкусная точка, надо в ЕКБ ехать. А луковых колец надо купить. Как ты столько ешь и не толстеешь? Не знаю, Лондон. Здорово, Зевс. Марк, ты завтра утром поедешь Ланду Гранту покупать на донаты? Не. Я лучше еды вкусной куплю, чем эти лады. Немного АСМР. Чё там по песням, танцевальным диджеям тут? Да чё-то нет. Пока. Хочешь найти себе девушку, на которую сможешь тратиться? Не. Не, Вась, я ни на кого не трачусь. Я же жадный. Угу. Тут да, сбуха. Поверяй. Чизкейк. Любимый Ковалев уже купил за донаты. Круто. Мне машина не нужна, в принципе. Я уже что-нибудь другое куплю. О, блядь. Еще один спамщик, нахуй. Ты гей, блядь. Нет, блядь. Почему один раз в день ешь, а не 2-3? Ну, Кирилл, смотри. Сегодня 2 ем. Сегодня стрим. Не знаю. Мне проще как-то. Я выработал эту систему один раз в день есть. И мне проще съесть сразу много за раз, чем делить это все там на завтрак, обед и ужин. Купи еще пиццухи гавайской, чтобы было как просто бомба. Ну завтра. Завтра, кстати, мукбанг стрим, Юля. Завтра. Делись чатом. Чат, налетайте, пока есть. Угощайтесь. Печенье. Алкострим 17-го. Привет, Анстар. Я тоже один раз кушаю. Зевс, ты что, лентяй, что ли? А раньше кем работал? Грузчиком работал. Овсянки давно не было в мукбанге. Это да, точно не было. А я ее не беру. Что-то овсянка не очень заходит. В плане просмотров. Будет мукбан с овсянкой, Виктор. Наверное, будет когда-нибудь. Интервальное голодание, да. Я не знаю, как печенье называется. Просто сгущенка. Водить? Нет, водить не умею.
кем сейчас работаешь. Вот сейчас я ем на камеру. Привет, Миша. Надо проверить, может, стрельный видос. Не знаю. Так у меня есть с овсянкой видос. С какого города? Генчик. С Первика. Будет ли мукбанг с бутербродами? А вот с бутербродами, да, когда-нибудь будет. Хочу сделать. Хочу батон купить. Поделить его на 4 части и каждую часть сделать разную там. Будут мукбанги с друзьями? Да, Лера, будет. Будет. С Красного города. Не, печенье просто. Чай кончится скоро. Да, уже кончается. Так я еще налью. Спасибо, Джордан. Кстати, да, Марк, приятного аппетита. Спасибо, X8. Видео очень приятные. Лучшие. Одни комплименты. Сейчас доем, допью чай, сделаю перерыв на часок. Потом раунд номер 2. Не, печенье вообще не просто топовые, они люксовые. О, люксовые печенья. Блин, 100 с чем-то стоят. Он 130, что ли. А тебе плохо не станет? Ну, надеюсь, нет, Виктория. Пока мне только хорошо. Так что допиваю чаёмбу. Так что второй раунд не за горами. Второй заход, так что давайте, друзья, за вас. Вот такая вот. Приятного, спасибо. На, угощайтесь. Берите, сколько хотите, берите. Не, я думаю, третий заход будет еще. Спасибо, Нурислам. Артур, спасибо. Это да, вот давайте печенюшки. О, печенюшка со сгухой. О, зрители прибавляются. Живот не лопнет? Да нет, вроде, я же по чуть-чуть ем. Сколько дней по кетику? Не знаю, раз в 9-й, наверное, завариваю. Не, мне все не съесть точно. На зоне Good Mix. Батончики 35 штук стоят. Не думал заказать? Не, не думал. Что-то дорого. Good Mix.
Я тут дешевле ел. Бля. Спамчик заебал. Нет, печенье люксовое, конечно, из светофора. Не, нет, Викс разные штуки, это дорого очень. Печенье точно. Печенье просто люксовое. Год микс. Сколько один раз был? С какого ты города? С Первика. Там большие 35 штук. Ага, я думаю, это не дорого. А большие-то. Да не, зачем мне столько штук этих год миксов? Не. Не-не-не, по какой цене брал печенье? 129 рублей. И 159. Блять. Они заебали аккаунты создавать. Спасибо, Айсултан. Сколько задонатить, чтобы сходил за чекушкой? А я не пью, Денис, до 17 февраля. Блядь, он заебал. Сколько можно-то, блядь, уже? А не, за 10к, не. Почему не пьешь? Да не хочу. Вернее, хочу отдохнуть, Ромка. Даже жду принимал долгое время. Чё, при тебе к состоянию, что ты работы нет, нормальная заработка? Не, Ник, я не принимал ничего. Но у Ромаши есть пиццерия, называется Грот Спот. Купи там пиццу, копченое мясо. Я не живу на Ромаши. Я ведь не с Йобурга. Стойся на работу. О, так я и так на работе. Вот ты служить собираешься? Не, не собираюсь, Богдан. Боксом? Не, боксом мне не занимался. Только литерболом занимался. Знаешь, есть такой спорт. И то так. Непрофессионально.
Не, печенье классное. И трипы. Ник, так это я угорал, ёпты. Это я угорал, типа. Не, Ольга, привет. Не, нету. Ты в классе с одноклассниками дружил? Ну, не со всеми, но дружил. Да, были, конечно. Привет, Евгения. Привет. У нас вон поедание. ПП почти. Что там, миллион или спасти котенка? Конечно, спасти котенка. Не, Денис, роллы сейчас нет. Потом, возможно, ну, сегодня точно нет. Завтра в планах другая еда, не роллы. Может быть, на следующие выходные только. На следующие выходные, возможно. Ну, на стриме также. Приятного, что такое ПП, мы тоже любим, да. Смотри, как такое ПП можно не любить? Вот еще. Котенки или собаки, блин. Да, одинаково на самом деле. Почему не женишься? Евгений, да мне одному хорошо. Можно было, думаю, напоследок йогурт купить. Не, йогурты нет. Вот йогурты это лишнее. Не, Богдан, у меня завтра другая еда. Ну, не сладкая, но другая еда. Запаривать. Не-не-не. Упаковка была, по-моему... Да, 0,5, по-моему, печенье. Ну тут еще вот эти штуки, я все вместе сосчитал килограмм, то есть купил аппетитно. Оно в светофоре Евгения продается. Название не помню. Надо было чефирька, 2 пакетика сразу запарить, чтобы вштырило, да не. Варя, когда приедет, это секрет. Это будет... Это вы узнаете уже на стриме. Ложка чистая. Да, чистая. Из-под чая. Не, печенье просто люксовые. Из светофора. Ты как Буратино. Это точно. Не-не-не, со стрима-то не. Сейчас просто доем. Все. Это мы оставим на потом. Давайте напоследок еще одну штучку. Одну штучку. Всего лишь одну. Там белая начинка. Она вафельная. Где купил деревянную вилку?
На Алиэкспрессе заказал. Там комплект был. Не, вот эти тоже тема. Вилка, ложка и эти палочки для ролл, короче. Амир Эхмар, подзабыл ты наш легендарный соус «Тройной удар». Слышишь, Амир? Сегодня был «Тройной удар». Вчера был «Тройной удар». Ну, позавчера. Чиз, сыр по-английски. А? Я знаю. Возьми еще одну. Последнюю. Все, последнюю. Здорово, ферзь. Как тебе индейка смотреть фильм во время стрима, как Зубарев? А, индейка? Смотреть фильм? Ну, на Ютубе нет. На Ютубе забанят. Арина, забанят. А на Твиче можно попробовать. Я пробовал, клипы ставит, банили, уже задесертил, да? Ну, смотри, бан, тут у меня осталось, это я есть не буду, это на потом. Как задесертил, нормально. Делаешь отмены муганги просто лучше всегда. Спасибо, Егор. Играю на ПК. На большом телевизоре полное погружение. Ну, это понятно.